Привет всем, с вами Юрий Дмитрий Рошенко. Сегодня обсудим вопрос, кратко обсудим вопрос о сверхурочной работе в таких организациях, как Пятерочка, Дикси и так далее, то есть для аналогии. Разберем следующий пример. Значит, с 1 июля по 24, например, июля 2018 года вы отработали полных смен 15. 24 июля вы решили уволиться. Из 15 смен, которых вы отработали по 12 часов, 5 дней у вас было это больничные. То есть временная нетрудоспособность, она вычитается. Остается 10 смен. Теперь 10 смен умножаем на 12. Получаем 120 часов. По табелю учетного рабочего времени и в расчетном листе, например, у вас стоит там 140 часов. Того 20 часов переработки. Соответственно, 20 часов переработки должны работодателям быть оплачены. По факту уже, скорее всего, данная сверхурочная работа, по факту, на день увольнения, она не оплачивается. То есть производится расчет, но сверхурочная работа, она в день увольнения не оплачивается. Это как минимум. Кроме этого, рекомендую при увольнении за весь период все-таки посмотреть, реально, сколько у вас в расчетных листах, какая сумма была выплачена и сколько по табелю учетного рабочего времени. Это тоже можно сделать, то есть можно запросить у работодателя эту информацию. Еще есть такой вариант. Вы работаете 12 часов, а по факту работаете 16 часов. То есть в табеле учета у вас ставят 12 часов, но на практике 16 часов. Соответственно, кроме основной переработки, которую мы сейчас с вами посчитали, и на день увольнения за нее не доплачивают и не выплачивают. Также есть нарушение еще и за весь период работы, например. То есть вы все время, сколько работали в подобной организации, например, вам не доплачивали за каждую смену по 2 часа переработки, то есть установленные трудовым договором. Но данную переработку придется доказывать в претензионном сначала порядке, в переговорах с работодателем, а потом уже в судебном порядке, потому что всегда есть такие споры, и не всегда работодатели идут на какие-то соглашения по выплате разницы в заработной плате, которая бы вас устроила по факту увольнения. Поэтому вы сами, в принципе, можете рассчитать. Если есть вопросы под этим видео, напишите комментарии. То есть, сколько вот работали, можете, например, посчитать в расчетном листе, увидите количество часов. Можете посчитать смен, количество, сколько вы отработали, и с таким образом произвести самостоятельно какой-то предварительный расчет и поймете, что все равно есть какие-то задолженности, какие-то невыплаты работодателя перед вами. Кроме этого, есть вопросы по отпускным, потому что всегда отпускные не доплачивают, они какие-то минимальные суммы, поэтому тоже необходимо внимательно знакомиться с расчетным листом при увольнении. Есть еще также ночные смены в таких также организациях, то есть там ночные смены должны оплачиваться отдельно, сверхурочная работа должна оплачиваться отдельно, тоже вы должны, кроме, естественно, праздничных дней. Праздничные дни сверхурочная работа оплачивается в ординарном, потому что и так в праздничные дни есть повышенная доставка. Таким образом, друзья, если у вас есть вопросы касаемо сверхурочной работы, вы можете задать их под этим видео. Конкретно индивидуальный случай обсудим. Если вы в Москве, можете позвонить по телефону, который есть под видео, и предварительно мы с вами переговорим, какие у вас есть вопросы. Но, естественно, нужны будут документы, то есть нужны будут расчетные листы, табель учетного рабочего времени, трудовой договор и так далее. Спасибо, что посмотрели видео, что поделились этим видео, подписались на канал, оставили ваши комментарии. Успехов вам, всего доброго!